Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі програма «Крізь призму». Сьогодні ми продовжуємо говорити відомі речі про невідомих і дуже відомих постатей, які не лише впливають на свідомість, а можуть і значною мірою взагалі змінити людину. Сьогодні тема нашої розмови – це роман Гарі та його роман «Обіцяння на розсвіті». Я з задоволенням хочу представити гостей студії. Це Артем Кияновський, директор школи гуманітарної праці, депутат Херсонської обласної ради, Віталій Бронштейн. Це громадський діяч, заслужений працівник освіти. Здравствуйте. Отже, сьогодні ви обрали саме цей роман «Обіцяння на розсвіті». Це автобіографічний, художественний такой роман автора, да, да? Который, в общем-то, посвятил его... Нам очень хотелось, чтобы сегодня наши зрители на фоне того трудного времени, когда человеческое достоинство, богатая Европа легче сохраняет человеческое достоинство и уважение к людям, чем тогда, когда появляется нищета. И сегодня многие вещи, которые связаны с организацией быта в связи с отсутствием средств, идет падение как нравственности, так и падение нравственных отношений и ориентиров. И вот хотелось бы, чтобы в такое время мы напоминали людям о хороших, высоких, по-настоящему благородных людях, поступках и чувствах. И вечные ценности все равно остаются. Да. И вот трудная судьба семьи автора романа «Обещание на рассвете», описанная в автобиографической книге, она учит нас одному, тому, что так получилось, что этот роман, роман о материнской любви, самоотверженной любви, женщины к своему дитя, которая способна на все, все отдать, все сделать для того, чтобы ребенок был счастлив. Во главу угла матери автора было поставлено счастье и жизнь этого ребенка. И сегодня в жизни каждого из нас мы появились на свет благодаря женщинам, женщинам-матерям. И когда-то мы их любим, особенно когда теряем, ценим больше еще. Вот хотелось бы, чтобы сегодня такая литература, наша передача послужила тому, чтобы мы вспомнили о тех матери, которые ушли, и о тех, которые находятся рядом с нами. И, наверное, что может мать что своей сегодня, и что, сделать? Да, да. И самое главное, чтобы мы задумались о своих матерях, особенно о тех, кто их имеет сегодня живыми, рядом, насколько мы им благодарны, насколько мы им обязаны. И вот сегодняшний наш вечер мы посвятим в какой-то степени и теме материнской любви. И эта книга считается у многих авторов, вот я читал, например, допустим, у Акунина, у Веллера, вот они упоминают о нем как о гимне материнской любви. Написано, что посвящена подвигу материнской любви. Да. Но ведь каждая мать любит своего ребенка, да? Почему именно указано, что подвиг материнской любви? Вот если проанализировать, Виталий Абрамович. Я почему-то думаю, я слушаю это действительно так, гимн материнской любви. Но у меня, например, лично мое мнение, я с этим согласен, но не полностью. По мне, это гимн о великой сыновней любви. Почему так? Потому что название «Обещание на рассвете» этой книги. Собственно, о каких обещаниях идет речь? Что это за обещание? Кто давал обещание кому? Как вы считаете, Артем Александрович? Не, ну я понимаю, о чем идет речь, что обещание дал мальчик. Какая интересная книга. Каждый в ней видит что-то свое. А я вижу, что здесь были обещания матери. Она обещала ему великую будущность. Она ему обещала, а ты станешь великим писателем. Ты станешь крупным воином. Дипломатом. Ты будешь дипломатом. Так, да. Ты будешь... И все... Эти обещания все сбылись. То ли сын своей сыновней любовью, он показал, что ее жертвенные поступки имели смысл. Сегодня в это трудное время сам автор и тот, кто почитает этот роман, он не имел на старте тех возможностей, которые бы помогли бы ему стать. Он сделал себя сам, пройдя самые трудные времена. Есть. И пронес любовь к
матери через всю жизнь. Вот она его вдохновляла. То есть он не пишет о своих там женах, еще о ком-то. Он пишет именно о матери, потому что я его в какой-то степени понимаю, потому что ему еще повезло с матерью, потому что бывают они тоже разными. Вот у него она была самоотверженная и выдающаяся. И прогнозировала ему вот такое успешное будущее. Знаете, здесь есть еще тонкий момент, да. Я вам скажу. Я не хотел это говорить. Но меня сейчас Артем Александрович вынудил это сделать. Интересно. Дело в том, что интересно получается, тонкий момент в том заключается, что и у Артема Александровича, и у меня, у нас своеобразные сложились отношения с нашими мамами. Потому что его маму, которую я знаю как Свету, в то время, когда не было еще Артема Александровича, всю свою жизнь посвятила ему. И я смею думать, что моя мама сделала так же. Поэтому для меня, когда я читал некоторые как фрагменты. Как о себе. Как о себе и даже с некоторым холодком. Я вам скажу так. Ему удалась, Ромену Гарри, ему удалась одна вещь, которая, в общем-то, наверное, никому не удавалась. Есть такие жизненные посылы, вот, например, философы, религиозные и прочие, они утверждают, я зачитаю, я специально выписал, чтобы я ни слова не перепутал. Нет ничего опаснее, чем жить только для других. Во-первых, это балует и развращает других. Во-вторых, лишает собственной жизни тебя. В-третьих, никогда и никем не ценится. А в-четвертых, всегда оканчивается плохо. Все это полностью разрушено. Человечество с такими мыслями жило сотни лет. Оказывается, можно жить для других. Нужно. Совершенно верно. Можно жить для других, нужно как можно больше делать для других. И даже не думать о том, как это отзовется. Будет ли за это благодарность или что. В этом, наверное, подлинное величие человеческого духа. Кстати, Ромен Гарри, откуда взялась фамилия Гарри? Мы смотрели все. Это псевдоним. Это псевдоним, но что за истоки? Дело в том, что его семья была русскоязычной. После революции они уехали из города Вильна, сейчас это Вильнюс. Они уехали в Ниццу, так, они были во Франции, мама и сын. И русский язык для них был дорог. Гарри – это глагол «гореть», это «гори», повелительное наклонение. Он взял это и взял на себя обязательство гореть. Как он горел? Из его писательских заслуг есть такая заслуга, премия, что он дважды получил Гонкуровскую премию. Единственная в мире, которая присуждается только один раз. Только один раз. Как получилось? Второе его произведение, которое получило Гонкуровскую премию, было под псевдонимом. Да. Он взял этот псевдоним. И потом, в конце концов, стало известно, что этот человек получил две Гонкуровские премии. Это действительно по-настоящему интересная, весомая и значительная личность. И очень харизматическая. Ну вот, снова возвращаясь к его матери, да, вот посмотрите, как она относилась ко многим вещам. Когда-то он ей сказал, что по математике получил ноль. Ну, в наше время и вообще всегда мама, может быть, там позанималась ребенком, отругала, по-разному, да. А она как сказала, тебя просто неправильно поняли. Вот. То есть в первую очередь для нее был сын и всегда правильная его позиция. Я так не могу сказать. Дело в том, что вы понимаете, самое печальное в этой ситуации, если начать думать, для меня было бы начать анализировать книгу как учебник нравственности или учебник, как правильно поступать. Для этого мальчика, который был уже расстроен оценкой, и он понимал, что мама не должна его поругать, то есть она просто чувствовала, что не надо его уже ругать, он и так уже расстроен. Она просто его поддержала моральный дух. Вот у меня есть один знакомый, который своему трехлетнему сыну говорит, уезжая на работу, следующую фразу. Так, ты остаешься в доме за главного, смотри, чтобы был порядок. Причем это он говорит ему лет с двух, и будет говорить и дальше. И растет хозяин, растет другой человек. Вот мама помогла мальчику сохранить лицо, потому что, как говорят психологи, унижение – это очень плохо. Почему, например, нельзя в школе кричать на детей, нельзя их загонять под парту? Что плохого было в советской школе? Потому что детей заставили... Единственное, что было по-настоящему нехорошо, что ты не должен был выделяться. А как можно не выделиться, не получив когда-то ноль? Не выпендриться когда-то перед учителем, извините за грубое выражение, или где-то попробовать свои силы? И в этот момент ты должен попасть в обстановку любви. Ты должен
тебя должны, любя, может быть, где-то шлепнуть, где-то одернуть. Вот она владела интуитивно этим искусством, корректировать личность любви. И вот я вам могу сказать, как педагог с уже очень многолетним стажем, дети, которые выросли в любви, это абсолютно другие дети. Это дети, которые идут к успеху, это дети, которые могут сделать. Поэтому не хотелось бы, чтобы мы, вот, знаете, разорвали книгу на цитаты, чтобы мы просто здесь нужно вот полное восприятие. Это такой вот пример. Второе, ребенок видел, меня там поразил другой момент. Меня, ну вот, о чем бы я хотел сказать, два момента в этой книге. Один, если можно, я уже скажу сейчас, раз я захватил микрофон. Сколько угодно. Значит, вопрос заключается в том, я посмотрел очень трогательную вещь, когда она хотела, они жили очень бедно, чтобы он хорошо ел. И вот она рассказывала, что она не ест мясо. Подавала ему бифштексы. Давала бифштексы, и он зашел на кухню и увидел, как она остатки бифштекса со сковородки вымакивает корочкой хлеба. И в этот момент он понял, что она просто жертва. Ну вот, это тот момент, который вызывает, знаете, как, ну вот, слезовышибательный. Он тоже очень отреагировал, он убежал в этот момент, да, и, в общем-то, они долго говорили. Да, но это вопрос заключается в чем? Что между ними была то, что называется невидимая связь любви. Вот им в этом плане повезло, как и нам. Там был такой момент, я не знаю, вот моя бы мама так не сделала, Царствие Небесное. Там был такой момент, когда ему было 11 лет. Там кто-то оскорбил его мать, сказал, что а это что там мать? Ты бастард так, ты незаконный сын, мол, иди там, ты с нами играешь. Что-то было в таком духе. И он пришел, он очень был огорчен этим, он пришел со слезами, об этом рассказал маме. Мать, которая его любила безумно, знаете, что она ему сказала? Она сказала, выслушала его, сказала: я тебе это скажу один раз, раз и навсегда. Да, она ему дала пощечину. Он страшно был удивлен, она его никогда не била. Она ему сказала: я тебе скажу это только один раз. Если когда-то кто-то где-то оскорбит твою маму, ты не должен прийти и жаловаться, тебя должны принести на носилках. Ты должен все сделать. Это она сказала 11-летнему мальчику. И этот мальчик в дальнейшем себя вел так, вел по тем стандартам, по тем заданным условиям, которые задала его мама. У него, он пошел учиться, он получил образование юридическое, насколько я знаю, высшее. И так как впереди уже на горизонте была Вторая мировая война, он пошел в летную школу летного состава военную. Там было 300 человек. 300 человек по окончанию школы, а он очень много летал. Вообще смелый, отчаянный парень, его любили. 300 человек получили офицерское звание. Не получил только один — Ромен Гари. Там весь летный состав, все пилоты, курсанты, они были буквально в ужасе. Как это так? Они ему сочувствовали. Он потом узнал, в чем дело. Дело в том, что он был натурализованный гражданин Франции только 3 года назад, и они побоялись давать человеку, который только стал гражданином Франции, офицерское звание. И вот он говорит: наши командиры летной школы пренебрегли мной. Получилось так. Прошло 6 лет. Это через 6 лет я принимал в своем кабинете этих командиров летной школы. Я старший офицер, награжденный орденом легиона, почетный легиона, так, награжденный очень высокими. Я не сводил никаких счетов, ничего. Я постарался решить их просьбу, удовлетворить так, и жизнь продолжалась дальше. Вы понимаете? Он 9 раз падал на своем самолете. 9 раз погибали люди. Он был, это бомбардировочная авиация, там не один человек в экипаже. Вот один был случай, это мистические отношения между сыном и матерью, когда он спасся, когда его спасла мать. Они должны были лететь из Африки в Англию, перебрасываться так, Франция капитулировала. И его друг, который был в штабе, должен был соединить его по телефону с матерью, уже должны были, вот они сделали пробный вылет перед тем, как полететь в Англию. И вдруг прибежал посыльной и сказал, что тебя вызывает штаб. Он понял, что звонить. Он сказал: ребята, летите без меня. Пробный вылет, там 20-минутный. Так и побежал в штаб говорить с мамой. Он прибежал в штаб, обернулся. Когда обернулся, самолет взлетел. И с 30 метров рухнул вниз. Все погибли, 4 человека. Он понял, что его спасла только его мама.
Ну, идем дальше так, чтобы я не захватывал. А меня, знаете, что еще поразило? Да. Что вот мать думала о нем и при жизни, и уже когда ее не стало. Она это написала, очень тонкий момент. Она написала письма, когда он находился в армии. И соседка отправляла эти письма, когда ее уже не стало. То есть он три года получал письма от мамы, которой уже не было. Эти письма были нравственный стержень, который позволял ему... Причем его удивляло, что немножко вот она отвечала не в попад. Да, немножко он не мог представить. Он не мог себе писать, когда приехал к ней, сказали, что она умерла. У нее она была инсулинозависимой, у нее был диабет. И уже находясь в тяжелом состоянии, она, зная, насколько сильна ее поддержка для сына, она карандашом написала несколько сотен записочек, которые, в общем-то, и письмами было бы нельзя назвать, там вот такие там. То есть она даже перед смертью, когда вот... Позаботилась. Она делала все для того, чтобы максимально долго продлить его душевный комфорт. Я все-таки немножко не соглашусь с Артемом Александровичем, который считает, что, ну, вы сказали сейчас, что вы против того, чтобы брали, дробили книгу на фрагменты и брали какие-то уроки из них. Наверное. Там, да. Книга, есть такие книги, которые дают нам безусловно уроки. Для меня очень важным уроком, может быть, это будет интересно телезрителям, был урок с великим жонглером растений. Был такой жонглер, потому что когда был молодым Рамиангари, когда он был мальчиком, так он учился жонглировать. Он хотел как-то выделиться. Он жонглировал с двумя мячиками, потом с тремя, потом с пятью, это уже серьезный класс. Он дошел до шести. И он мечтал, когда уже он, может быть, когда-нибудь дойдет до восьми, потому что великий жонглер растений имел жонглировал восьми мячиками. С этим жонглером он был известен всему миру. Он это дело жонглировал, одной ногой он стоял на бутылке, вторая нога, он крутил сердце, два круга. У него на лбу, колбу, у него, значит, была трость, колбу, на этой трости был шар, на шаре стакан воды, и кроме этого он еще жонглировал восемью мячиками, и он мечтал о девятом мячике. Всю свою жизнь Растели хотел добиться девятого мячика. Чем кончилось? Тем, что он умер в возрасте 41 года. А все остальные жонглеры, которые удовольствовали семью мячиками, они прожили до конца свою жизнь. Отсюда делал такой вывод, ненавязчивый, или нам давал вывод Рамиангари, что у каждого из нас есть мячик, которого мы никогда не добьемся. Может быть, надо его добиваться, но без особой прыти, потому что можно больше потерять, чем найти. Да, это очень серьезно. Каждый наш мячик. Я, например, чем доволен, что мой мячик был когда-то, я стал много лет назад, это был какой год там, трудно вспомнить, 72-й год, я стал директором школы, сельской школы. Это был мой конечный мячик. С тех пор всю свою профессию я был директором школы, там был, в райцентре, в городе Херсоне так. Но я знал, что я словил все свои мячики, я не лез там в какую-то особую политику или там в какие-то особые дебри. Я тоже занимался... никуда не лезу, просто я хотел поучаствовать в выборах. Меня выбрали, вот я и оказался в местной политике. А я без никуда не лез. Я без упреков, он это воспринял. Нет, а я вам хочу сказать, вопрос заключается в другом. В жизни нужно попробовать все. И для мужчины политика — это тоже азарт. Поэтому это тоже нужно, как и охота, и поиск, допустим, приключений с женщинами. Вот, например, Роман Гари, он тоже участвовал в политике, он был консулом, послом, да? Он был военным, он был азартным. И был писателем, да? Я скажу по-другому. Я, например, считаю, что ты еще свой последний мячик не словил. У меня когда-то был такой эпизод, связанный с моим личным, ну, я не хочу детализировать, связан был со здоровьем. Я очень переживал несколько ситуаций, и мне когда-то добрый доктор посоветовал принимать какой-то препарат, там, типа вот, ну, как антидепрессант или прочее, чтобы успокоиться. И я попал к очень старой докторице, как говорил мой сосед, женщине, которой, ну, сейчас ей около 80, по-моему, 79 лет. И, а тогда это было лет 10 назад, 15 назад, это было ей там чуть за 60. Я попал к ней на прием, это, ну, врач той старой школы, консультация которой, это как целый институт, Инна Михайловна Гринюк, она кардиолог. И она мне говорит: Артем, а скажи мне, пожалуйста, вот ты, я говорю, вот не знаю, мне посоветовали препарат, вот меня это беспокоит, но скажи мне, пожалуйста, а ты хочешь жить как растение, или ты хочешь все-таки в
полной мере как положительными, так и негативными сторонами жизни наслаждаться. Вот ты подумай. Я говорю, нет, конечно, я хочу жить полной жизнью. Но тогда нужно отказаться от всех, перетерпеть, пережить. Это твой элемент эмоций, который, в общем-то, ты заслужил. И управлять, наверное, эмоциями. Даже не управлять, а просто понимать, что Бог тебе дает не всегда праздник, не всегда хорошее, а иногда плохое. И второй момент еще, который я хорошо очень запомнил, тоже от одного доктора. Негативный опыт и негативные эмоции учат гораздо больше, чем любые позитивные. Особенно чужой. Нет, как правило, да. И вот я к чему. Вот у Романа Гари в этой книге, у него негативного опыта, то есть он, представьте себе ситуацию, в чужой стране, не натурализован. То есть это то, вот как, ну, фактически отбросы общества. В этот момент ему трудностей хватило огромное количество. Если бы в этот момент его мать сорвалась бы на выяснение отношений, скандал, никогда бы он не вырос и не пробился. Только любовь и ее поддержка, только сглаживание всех углов позволили ему подняться выше, чем коренные французы. И она его всегда настраивала на то, выше. Что никакой мяч, вот ты вперед, вперед и вперед. Вот посмотрите, человек получил Гонкурговские премии. Это литературное признание мирового уровня. Это не наши там премии, где 50% откат, и ты герой, так, допустим. Я имею в виду, это именно признание. Второе, летчик. И самое главное, дипломат. И писатель. Ну, писатель это, допустим, это дар, это призвание, талант. И это... Мать всегда спрашивала, а ты писал сегодня? Почетный легион. Почетный легион. То есть он для иностранца, для человека не просто на уровне underground, а из подземелья он шагнул, то есть, ну, наверное, без любви это было невозможно. И вот, как писал апостол Павел, да, все покрывает любовь, все хорошо, если все покрывает любовь, все, если покроется любовью. Вот эта книга, в принципе, она и о любви, Виталий Ильич абсолютно правильно сказал, и о любви сына к матери. И вот меня второй момент впечатлил, он такой достаточно личный, о том, что если вот случилась такая мать и серьезная привязанность, то сыну тяжело найти женщину, которая была бы равна матери. Это практически нереально, это уже по себе знаю. Это с ним произошло. Это я уже по себе знаю, сколько бы ты ни пробовал, все равно тяжело очень. А второе, это... то, что он очень часто, вот такой личный момент, приезжал на могилу к матери. Меня это поразило, потому что вот когда моя мать умерла, вот я не люблю кладбище, ничего, это, в принципе, единственное место, куда я езжу, вот, допустим, достаточно часто. Это такое, знаете, вот совпадение, я подумал, что и те, кто читал эту книгу и писал о том, что это, в общем-то, книга о любви, а, наверное, это один из тех сюжетов, которые переживают все, но Бог ему дал возможность, милостью Божией, это все описать. Я давал почитать сейчас вот молодым людям эту книгу ради интереса, как отнесутся к ней. Почему? Потому что написана достаточно, ну, вот в стиле 50-х годов, 60-х, на мой взгляд. Ну, она легко написана, она так захватывает. Но она захватывает тех, кто уже что-то познал. А для тех, вот, кто совсем молод, первые 100 страниц не всех цепляют. И второй момент, к нам приезжал в Херсон театр. Я купил билеты своим сотрудникам, и была постановка по «Обещание на рассвете». Вот пошли мои сотрудники, они вышли не просто, то есть, вот, конечно, чуть-чуть подачи вот нам не хватает, экранизации таких книг, это был спектакль, ну, как сказать, моноспектакль, да, они пришли, это люди, ну, как сказать, и прослезились. То есть это настолько произошло впечатление. Почему? Потому что сегодня очень мало посмотреть по телевидению нравственных уроков. Очень мало тех ориентиров, которые... Они были. Так необходимы. Раньше, вот, да. Раньше, был, раньше ходили в церковь, там вот святой такой-то пожертвовал так-то. Святой Николай жертвовал, допустим, деньги бедным и помог неравному браку. И за это его почитают. В принципе, он не делал ничего такого мистического, да, допустим. А сейчас по телевидению в основном что? Выпей пиво, оттянись. И если у тебя есть деньги, то ничего не стыдно. Вот эта книга, знаете, вот она стоит особняком, и она такой, знаете, очень тоненький-тоненький голос того, что вот как должно быть, как надо было, вы обратитесь к этому. Мне бы очень хотелось, чтобы вы, уважаемые зрители, пережили бы свой личный опыт знакомства с этим замечательным автором. Я говорил о том, что 300 выпускников школы стали офицерами, он нет.
Для него это было большое горе, не потому что он не получил офицерское звание, а потому что нужно было как-то это объяснить маме. И гений, все-таки гений, как говорят, гениальность не пропьешь, он приехал домой. Когда она увидела его в солдатской форме, у нее была такая растерянность, обезумевшее лицо, так как столько вложено труда. Такой сын и даже не стал офицером. Он таинственно на нее посмотрел, увлек ее на первый этаж, там, где они работали, там был ресторанчик, так, и сказал: «Мама, никому об этом не говори. Ты знаешь, что со мной произошло? Я соблазнил жену коменданта этого училища, и он такой гад отомстил мне, так, и я вот...» Она когда это 300 человек получила, а я нет. Ложь во имя правды. Мама на него посмотрела, ее глаза прояснились, она как? Она была страшно польщена, что ее сын влюбил в себя. Ну, это, конечно, Витя, можно вы сказать, что прекрасно, это мелочь. Да, нет, вы друг друга поняли. Витя, вы сказали прекрасную фразу, единственный из всех. То есть она не просто важна для понимания. Вот в чем трагедия была советской школы? Ты как все. Пушкин как начинал свое стихотворение? «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Никакой личной скромности, как бы сказали бы на бюро обкома партии, и запретили бы печатать. Да. Он, у нас когда-то у меня была встреча с Арменом Джигарханяном, с детьми. Он начал с того: «Не бойтесь говорить «я». Не бойтесь добиваться». Пушкин начал: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Но это обязывает к чему? Давать такой продукт, как Ромен Гарри, получать орден почетного легиона, быть героем. Вот как только ты начинаешь понимать, что там, где стоит твоя фамилия, твое «я», это должно быть хай-класс, это должно быть высшим классом, совсем другой момент. А мотив может быть другой. Это может быть мать, это может быть бабушка, это может быть отец, да, может быть тогда прочее. Тогда приходит успех, и все. Не, он не приходит. Лучше, его да. Не просто зарабатывают, а за успехом обычно стоит огромный труд, под слезы и трагедия жизни. Вот, в принципе, его жизнь – это бег и поиск, только в конце он где-то там как-то. Но он хотел, он это смог. И любой из наших зрителей, если будет ставить перед собой какую-то цель, а если ему еще и повезет, что женщина, которая будет рядом с ним, будет его стимулировать, то он достигнет огромных высот, чего я, в принципе, всем и желаю. Дело в том, что существует такое мнение расхожее, что очень важны первые строки любого произведения. Это мнение, кстати, литературоведа. А вот у него получилось так, что очень самой важной, я считаю, строчкой, это последняя строчка этого романа. Последняя строчка: «Жизнь прожита не зря». И это действительно на самом деле не зря прожитая жизнь. Хотелось бы, чтобы каждый мог в конце сказать именно эти слова. Я думаю, наши телезрители прочитают и сделают собственные выводы и поделятся с нами. Я дякую вам, шановні друзі, що ви сьогодні прийшли, і поговоримо у наших наступних програмах. Дякуємо вам. До наступної зустрічі в ефірі.